Надоело терпеть бездействие властей. Кировские общественники решили сами разобраться с несанкционированными городскими свалками. Сегодня, к примеру, отправились на берег реки Вятки в Вересниках. О том, что все края незаконно свозится мусор, местные жители оповестили надзорные органы и чиновников еще 2 года назад. Подробности далее. Пластиковые катушки нам надо собрать в отдельный мешок и вообще весь пластиковый мусор, потому что мы его отдадим на вторичную переработку. Не активисты Общероссийского народного фронта, а коммунальные службы должны были бы появиться в этих краях с граблями в руках. И не сейчас, а еще 2 года назад, считают сами общественники. О нелегальной свалке на берегу Вятки в районе Вересников местные жители сообщили еще в 2015-м. Даже видео сняли, как грузовики сюда вывозили отходы, как бытовые, так и строительный мусор. Видеоотчет отправили после надзорные органы, но все впустую. Пока мы видим попустительство управляющей компании, пока мы видим попустительство муниципалитета, которые с 2015 года знали про эту свалку, ничего не сделали. В прошлом году было половодье, все было залито, и все это там, значительная часть была смыта в реку уже. Мы видим только остатки. Ждать, пока и эту часть отходов смоет в реку во время паводка, общественники не стали. Сами решили разобраться хотя бы с бытовыми отходами. Отсортировали мусор, в том числе и строительный. А на то, чтобы найти фирму, где возьмутся за вторичную переработку пластика, у общественников ушло пару часов. Удивляет теперь их одно, почему власти не смогли найти решение проблемы. И, судя по настрою, ждать только воли чиновников активисты не намерены. Мы просим людей сообщать о таких несанкционированных свалках с помощью проекта «Интерактивная карта свалок», карта свалок РФ, Свалокру, наносить туда места несанкционированного хранения отходов. И дальше мы будем работать с прокуратурой природоохранной, с Росприроднадзором, выявлять и ликвидировать эти места. Сейчас представители Общероссийского народного фронта используют свой ресурс. За эти земли отвечает Первомайская администрация. Туда я направлен запрос об уборке строительных отходов. Кроме того, видео с номерами машин, вывозивших сюда отходы, уже направлено в полицию. Дмитрий Житарчук, Николай Шахарбеев, Бюро новостей Давича.